Привет! Меня зовут Виктория Шобик, и я специалист отделения контроля качества Ева Клиник. Спасибо за ваши лайки и комментарии под первым видео. Я рада, что этот проект вам понравился, поэтому я снова здесь, на Притыцкого 78, в нашей импровизированной студии. И сегодня мы услышим новую историю от клиентов Ева Клиник. С нами рядом Дарья Залевская. Даша, здравствуйте. Здравствуйте. Вы клиент Ева Клиник с 2015 года. Вау. Наверное, все девушки, женщины проходят обычные поликлиники, государственные. И когда ты попадаешь в частный центр, то это, конечно, колоссальная разница. С 2015 года. Это означает, что мы вас влюбили в Ева Клиник. Была ли это любовь с первого взгляда? В клинику, да, была любовь с первого взгляда, но прежде чем найти своего врача, я была у одного, у другого, то есть не придавала какого-то такого значения, что он должен быть какой-то один. Пока в 2017 году я, находясь в гостях у своей подружки в Германии, не узнала, что я беременна. То есть до выезда оставалось меньше недели, то есть, ну, какое-то самочувствие, там, тревогу, но все-таки находишься за границей, то есть попасть к врачу надо было. То есть о государственной клинике речь вообще не шла. И запись была вот только на то время, когда я там приезжала, только у Виолетты Реншевны Дубровской. Я попала к ней, и это просто была любовь, ну, с первого взгляда в самое сердце. И вот с 2016 года я преданный клиент, пациент этого доктора. Даша, что вообще влияет на выбор гинеколога? Забота и, наверное, какая-то духовная связь на каком-то таком уровне. То есть, когда ты приходишь к доктору, вот, ну, я попала, например, да, к Виолетте Реншевне, и можешь задать без стеснения такие вопросы, которые там за свои 35 лет, например, ты не задала, ну, ни одному доктору. Наверное, какая-то вот, ну, внутренняя связь. Виолетта Реншевна стала вашей верной, доброй подругой. Ну, подругой так не назовешь, но любимым доктором, давайте так скажем. Наверняка всем интересно, что же за вопросы это были. Вопросы про контрацепцию. Причем Виолетта Реншевна как-то сама подвела эту тему к разговору, то есть чем там раскрепостила меня, в общем, да, вот так. Как вы можете несколькими словами описать Ева Клиник? Забота о клиенте с ручки двери. Ты открываешь дверь, заходишь в холл, все красиво, проходишь дальше, все продумано до мелочей. Техническое оснащение кабинетов, то есть врач, у врача есть все, наверное, что только можно для хорошего обследования, лечения своих пациентов. Еще был случай, зимой в мороз, прибежала, замерзла, захожу, а там чай, кофе теплый, горячий, то есть очень приятно это все, конечно, очень цепляет и чувствуется, что о тебе заботятся. Я знаю, что вы мама двух дочерей. Что вы можете им посоветовать в вопросах женского здоровья? А может, и не только им, но и девушкам, которые смотрят наш выпуск. Ну, наверное, советовать еще им рано, они немного маловаты для этого. Но они видят, у них есть пример, их мама, которая ходит, у нее есть свой доктор, который ходит проверять свое здоровье. И единственное, что я могу верное для них сделать, это привести в Ева Клиник хорошему доктору, когда настанет для этого время. А девушкам посоветую заботиться о себе, искать и найти своего доктора. Для ваших девочек у нас очень классная рубрика есть «Подслушано у девочек». Обязательно посмотрю. Спасибо, Даша. С вами невероятно интересно общаться. Хочу вам напомнить, что мы под прошлым видео обещали разыграть подарок от Ева Клиник. И человек, который написал самый интересный комментарий, это Виктория К. Виктория, напишите, пожалуйста, нам в директ в Инстаграм. Ну а на сегодня все, я с вами прощаюсь. Ставьте лайки, жмите на колокольчик, пишите свои комментарии. Нам всегда важна ваша обратная связь. Пока-пока! Я всегда рада вас видеть.